Павел – счастливый отец. Год назад он вместе с женой решил, что их новорожденным детям нужен свежий воздух, а не смог мегаполиса. Новую квартиру выбирали долго, остановились на квартале Булатникова. Подошло расположение 2 километра от МКАД, и проект понравился. Обладатель премии Urban Awards. Новоселье семье Павла обещали в конце прошлого года, квартиру они ждут до сих пор. Ну вот получается 5-й корпус, соответственно, 6-й, 7-й, 8-й получается угловой, угловой в ту сторону. А номера на каждом доме есть, да? Да, 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 1, 2, 3, 4, 5. Вы видели свою квартиру? В текущем состоянии нет. Я был только когда еще, получается, год назад, тогда, когда покупал. Таких, как Павел, тут несколько сотен дольщиков. Ни одна квартира из жилого комплекса не сдана в срок. Так как общение с застройщиком ничего не давало, отчаявшиеся владельцы недвижимости написали губернатору области. В результате на стройке вывесили новый график работ, а девелопер решил лично ответить на претензии граждан и на главный вопрос, когда, наконец, закончат строительство. Сдача планируется в первом квартале следующего года. На сегодняшний день объект обеспечен внешними сетями. Осталось решить вопрос водоснабжения, мы его решаем. Строительство замедлилось из-за сложной экономической ситуации в стране и ошибок менеджмента данного проекта, утверждает застройщик. Для Московской области этот случай не уникальный. Владельцев недостроя и долгостроя несколько тысяч. 3 года назад Московская область по количеству обманутых дольщиков находилась на первом месте. Сейчас мы находимся на 3-м месте, и каждый год по 1000 человек мы планируем расселять, предоставлять людям квартиры. Предоставить квартиры их владельцам застройщику квартала Булатникова поможет Ленинский район. Его руководство разрешило врезаться в существующие коммуникации вместо того, чтобы строить новые. Все желающие смогут следить за стройкой в прямом эфире. Необходимые видеокамеры уже установлены, изображения с них выведут в интернет. Власти категоричны, если отставание от графика продолжится, в ситуацию могут вмешаться правоохранительные органы. Алексей Пименов, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.